подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. При определении индивидуальных черт характера представители этого имени связывают с практичностью, трудолюбием и самодисциплиной. Избыток или недостаточность троек в нумерограмме указывает на упорство на грани упрямства или лень и инфантильность соответственно. Порядок, методичность, хозяйственность, уважение к деньгам и материальным благам, практическая смекалка, честность, чувство ответственности, трудолюбие, серьезность – эти качества соответствуют владельцу имени. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях и сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Носители этого имени обладают сильной энергетикой, а также имеют хорошую физическую форму. Из типичных черт характера и легко узнать по скромности, аккуратности, строгости, дисциплинированности и опрятному внешнему виду. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Этому имени символизирует планета Уран. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.